Стас, привет. Привет, Саша. Хочу сегодня с тобой поговорить, во-первых, о тебе, а во-вторых, о твоей методике. И давай, наверное, начнем с того, что расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о своих достижениях, чем вообще занимаешься. Я вообще изначально дизайнер интерьера, 17 лет этим занимался. Вот я там строю такие дома, вот такой, как этот, клиентам и премиум-сегменту, бизнес-сегменту. И я сам занимался этой профессией, потом построил студию как бизнес, вышел из операционного управления, команда работает самостоятельно. Дальше я построил, сделал большую конференцию, куда приходят люди, и тоже дизайнеры. В общем, в теме дизайна я от нуля там, до хорошего заработка, более 1 000 000 рублей, дошел. И всю эту методику я понял, что она работает не только в теме творчества дизайна интерьеров, но оно переносится на разные схемы. Там, на интернет-агентство, на копирайтинг, на юристов, на бухгалтеров, даже на астрологов. В целом тема рабочая, потому что методики, они ну, как бы подходят для всего. И я сделал эту тему, пригласил людей, протестировал, сделал 10 разных кейсов, там ресторан мы открыли, наставничество открыли, сделали методику человеку, ну, по которой он работает, бизнес-психологию, ну и так далее. В общем, я применяю эту методику сейчас для того, чтобы компания, предприниматели росли в доходе и делали это системно. Смотри, давай я немножко тогда сразу же по ходу буду задавать вопросы. Твоя методика основана на продаже, правильно? Ты учишь людей продавать. Это одна из составляющих. Продажи – это только 1/7 часть. У меня еще 7 других элементов есть. 6. Ага, хорошо. Смотри, получается, что, в принципе, ты начинал вообще, так скажем, рядышком с инфобизом не стоял, да? То есть это был офлайн-бизнес, в котором ты разработал свою методику, которую дальше сейчас предлагаешь разным абсолютно бизнесам. И опять же, мы возвращаемся к тому, что это и офлайн, и услуги, я так понимаю, и наставничество, и продажа онлайн-продуктов, все вместе. У меня 4 основных категории. То, что я выбрал, то, что я умею, то, что я считаю, как бы очень хорошо работает сейчас, и где можно быстрее всего заработать денег комфортным для тебя способом. 4 способа, могу сказать. Давай. Первый. Это маркетинговая воронка, то есть если у тебя продукт есть классный сейчас, он уже хорошо продается. Uh-huh. К примеру, там, ты продаешь дизайн интерьера, у тебя все классно, только нужно больше клиентов. Твоя задача просто построить маркетинговую стратегию через, допустим, автоворонку, как у меня, где ты подогреваешь холодных клиентов до теплых, а потом их продаешь. Все, ты это делаешь, ты удваиваешься, утраиваешься там, через месяц-два. Это первая uh-huh. часть, у тебя продукт есть. Есть, ну вот тоже на своем примере, дизайнеры, допустим, или любой профессионал, кто работает с эконом-сегментом. То есть у кого дешевые консультации, дешевые объекты, маленькие там проекты. Вот, им, они хотят в этой же в своей профессии, не становиться инфобизнесом, в этой же своей профессии просто работать с более премиальными сегментами. Ну вот делать такие большие дома, как у меня, а не маленькие квартирки. Что делать? Он не понимает, как это делать. Вот, я ему помогаю выйти на премиум-сегмент за счет инструментов, и как результат он берет вот такие дома и с ними работает. В том же самом там дизайне, говорю, в своей профессии. А третий вариант – это упаковка и продажа бизнесов. Тоже буду на своем примере рассказывать. У меня есть дизайн-студия. Я ее сделал, описал все регламенты, вышел из операционного управления, и другие люди приходят, говорят, мы хотим так же. Я говорю, не вопрос, я вам просто даю то, что у меня работает, зачеркиваешь имя Станислав, пишешь свое имя там Михаил и делаешь такую же студию. Все, это стоит денег. Вот. Ага. Вот. И четвертое – это бизнес психологи, потому что, ну, это как, типа, такая коучинг. Я изучил психологию, и вот эту вот мою систему, там, 7/7, я ее тоже передаю. Если ты хочешь зарабатывать, и у тебя нет своего бизнеса, своего проекта, ну, ты психолог, я тебе даю бизнес-инструменты, которые ты можешь с психологией соединить и помогать людям зарабатывать много. А если ты маркетолог, то в этой же моей системе есть технологии психологии, как соединить то, что ты знаешь в психологии, и тоже продавать. Таким образом, ты становишься таким универсальным солдатом, который за счет консалтинга можешь помогать другим людям и на этом тоже зарабатывать. Хорошо, смотри, да, я тогда немножко на нашу ЦА адаптирую это все. Например, там, на моем примере. Я, допустим, делаю автоворонки. То есть я прям руками их собираю, например, да. И я хочу это масштабировать. Точнее так, я работаю с индивидуальными клиентами. Сейчас я понимаю, что я готова сделать на этом курс, масштабировать его и зарабатывать уже не на личном делать руками, а обучать людей. Твоя mm-hmm. методика подойдет для этого? Да. Ну, если твоя задача больше денег заработать и меньше работать и получать больше пользы, ну, вернее, чтобы клиенты получали больше пользы, то у тебя есть два формата в этой теме. Первый формат – это построить бизнес, когда ты набираешь людей и говоришь, мы сделаем тебе воронку под ключ, который принесет тебе там 1, 2, 3 миллиона. Сама цифру поставь. И это делает наша команда, тебе делать ничего не надо, мы тебя обслужим полностью. Это вот похоже на мою дизайн-студию. Второй вариант. Ты говоришь,
мне никто не нужен, увольняешь всех своих сотрудников и сама ничего не делаешь. И говоришь эксперту, я тебя научу, ты сам сделаешь своими руками, но я тебе каждый шаг, как наставник, скажу, что надо делать. Потому что у меня есть опыт, я точно знаю, и как гарантия результата у тебя будут на счету деньги. Второй способ. И третий способ, самый классный, это, ну не то, что самый классный, это еще более денежный. Если ты делаешь, допустим, компанию, которая генерит тебе ну, вот таких вот клиентов и делает клиентов, ты ее упаковываешь и потом ее продаешь через наставничество. Понимаешь? Да, да, понимаю. Это еще лучше. Вот у тебя три способа. Дальше я тебе говорю, выбирай первый, второй, третий, ты смотришь, что ты можешь, что ты хочешь, где у тебя быстрее всего деньги, какие навыки нужны, что у тебя для этого есть. Мы проходим типа мини-тест, где ты быстрее всего деньги сделаешь. Кто тебе нужен или ты сама справишься. И все, говорю, давай с тобой сделаем, давай доведем тебя до результата. Результатом у тебя будет в кассе 2 миллиона. Один тебе, один мне. Ты мне один даешь, один себе. Ну вот такой у меня оффер. Ага, хорошо, смотри, а давай еще немножко на втором пункте остановимся. Ты сказал о том, что выйти, например, из бедного, так скажем, сегмента, да, простят меня бедные, в более дорогой сегмент. Например, давай возьмем мягкую нишу, похудение, да, то есть изначально совсем новичок, эксперт, создал продукт, боялся ставить дорогой чек, поставил чек там 2000, набрал аудиторию и сейчас понимает, что хочет масштабироваться, хочет расти дальше, но вот этот страх того, чтобы поставить чек дороже, и в то же время он понимает, что его база, она к более дорогим чекам не готова. Что делаем тут? Смотри, есть статистика. То есть все мы думаем, что наша база не готова. Но есть статистика, это цифра упрямая. Из 100 человек, просто 100 человек в базе, есть 3 человека с деньгами. Это статистика. 3% людей богатых. Просто ну, так вот заведено, не знаю, так вселенная устроена. Соответственно, если у него там 500 человек, то у него там таких там 10 точно есть. 10-15. Вот, соответственно, вопрос, почему они не покупают, потому что он предлагает им за 2000, а не за 200. Вот и все. Если он как бы осилит и сделает себе за 200, то есть вероятность, что люди купят. Но опять же, не сразу, он должен пригласить их на встречу. Вот мой пример. У меня было в базе 100 человек. 100 человек. Я написал оффер, 10 человек пришло ко мне из этих, из 100 человек пришли ко мне на встречу. И 6 купили за 500. Все. Казалось бы, я ему уже все продавал, казалось бы, там это не те люди, казалось бы, как бы, ну, много чего мне казалось. Но в итоге можно просто взять и сделать, а можно не делать. Ну да, то есть смотри, я правильно понимаю, что вся методика, которую ты предлагаешь, она вот, я там 2-3 назвала примера, их гораздо больше, они абсолютно разные, в принципе, практически для любой ниши, для любого бизнеса, будь то услуги, будь то офлайн, твоя методика подойдет. Да, да, у меня комбинаторика, по сути, ну как бы разных вариантов, которые есть, и ну допустим, их, давай скажем, их 400 разных вариантов. Просто я, у меня насмотренность очень большая, и я сразу же знаю, что сработает. И более того, я сам запускал много проектов себе и клиентам. И я точно могу сказать, вот тебе, у меня даже шаблоны есть. Я говорю, если ты, ну вот в таком-то бизнесе вот так ты будешь запускать, вот я так делал, посмотри, пожалуйста, как я запускал, какие у меня есть готовые скрипты, прям возьми, опять же, зачеркни мое имя, вставь свое, все будет готово. Не надо ничего выдумывать, пожалуйста, не выдумывай. Сделай, как вот здесь. Сделаешь, заработаешь деньги, потом будешь маркетологом работать, выдумывать. Ага, то есть ты в своем обучении, так скажем, да, наставничестве, как правильно это называть, эти все скрипты даешь. То есть да, люди прямо стараюсь. Могут на твоем опыте брать и учиться. Да, я стараюсь не учить никого, я стараюсь делать, и в процессе делания, когда человек зарабатывает деньги, он сам учится. То есть у меня раньше курсы, я курсы продавал. Ты тоже сказал, что про курсы. Я бы не рекомендовал курс делать. Я бы разработал методику, по которой бы ты взяла человека и довела. Просто, ну, как бы, даже если что-то там недоработано, без разницы. Ты же, как бы, в процессе можешь сориентироваться, скорее всего. Или даже если не сможешь, то можешь взять у кого-то консультацию, у своего наставника. Ну, или неважно, у кого-то, как делать, чтобы помочь человеку. Дальше ты помогаешь человеку, чтобы у него был результат, и дальше записываешь, что у него получилось в кейс. И следующим уже потоком ты даешь тоже не курс, не надо курс. Ты говоришь, вот я тебя веду, и вот что уже у других получалось, как шаблончики. Смотри, ну, тогда такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь масштабироваться, вот если рассматривать вот эту модель, про которую мы сейчас говорим, в моем понимании, если я создам курс, я смогу масштабироваться за счет количества, а ты предлагаешь масштабироваться за счет меньшего количества, но большего чека. Да, это меньшее количество тебе нужно, чтобы продавать за высокий чек, и потом ты делаешь курс не на маленький чек, а за высокий чек. Дальше ты делаешь точно такой же курс, просто у тебя продукт уже другой. Имея уже вот эти кейсы, да? Дорогие. Да, если ты сразу же сделаешь продукт, он у тебя будет там продаван. Сколько курс стоит там? 10, 20, 30, 50 тысяч рублей. А ты можешь продавать точно так же, за миллион тоже курс делать, за миллион. И тоже будут покупать, потому что если ты ну, гарантируешь результаты за счет технологии.
Круто. Ну, давай тогда теперь немножко про методику, да, уже детальнее. Что за методика, расскажи? Ну, методика состоит из того, что из концепций неких, да, что мы есть 7 уровней, которые там я выявил, не только я, вообще в целом, как бы они есть. Уровень 50 тысяч рублей, это наемный сотрудник, уровень 150 тысяч рублей, типа фрилансер мини, там пару помощников, 300 тысяч рублей, это чаще всего стеклянный потолок, когда у него вроде и компания, и не компания, он еще там работает много. 500 тысяч, уже более-менее разобрался, что-то внедрил, что-то автоматизировал. 1 000 000, это если там молодец, уже какую-то онлайн-школу запустил, либо что-то еще дополнительно с кем-то там запартнерился, в общем, как-то хитро выкрутился. 3 000 000 вообще красавчик, скорее всего, у него уже есть маркетинговая там система, и, скорее всего, там отдел, ну, уже какая-то структура есть, там 10 человек. И 10 миллионов – это прям супер классно, когда ты вообще все понял, кажется, в жизни. Выступаешь, известен по какой-то теме, и в целом у тебя уже все хорошо, у тебя пришло понимание. И вот движение по этим уровням, оно связано не с тем, что тебе повезло или не повезло, а с тем, что у тебя есть в голове некие, ну, есть вещи какие. Ментальные установки, да, навыки, которые у тебя конкретно есть, ты умеешь или не умеешь там сделать что-то. И у тебя есть продукт, который соответствует этим, ну, как бы всем вещам. Вот, и ты, я делаю так, чтобы каждый уровень был прозрачен, что вот на первом уровне у тебя какие-то страхи, проблемы, ситуации, и что надо сделать, чтобы перейти на следующий и на следующий. И вот я заметил, что человеку сложно сразу же перейти на уровень типа с первого на 1 000 000. Он просто не понимает, он не верит, что это я. Поэтому мы делаем маленькими шагами, типа на следующий уровень, на следующий, через один. Ну, максимум через один можно переступить. Очень рисковые люди только могут так вот свое сознание, ну, раздвинуть, что сразу на 1 000 000 готов. Но у него тогда навыковая часть не будет готова, он не сможет это сделать. Вот. И суть в том, что чтобы человек видел это дело как игру, чтобы он понимал, так, мне не хватает первого, второго, третьего, что мне надо сделать? Ага, вот мне система говорит, что надо сделать, чтобы мне лично, исходя из моих ресурсов, из моего состояния, из моих вводных данных, получить результат максимально быстро. Система это отвечает на этот вопрос. Давай я немножко подрезюмирую, как я это поняла. То есть, грубо говоря, есть у нас человек, давай возьмем такого среднего, уперся в потолок 300 тысяч, да? Внутренне понимает и хочет, что хочет 1 000 000 и выше, так скажем. Для этого мало работать, просто работать, для этого мало учиться, да, там, для этого мало иметь штат или иметь даже продукт, для этого, исходя из первого пункта, необходимо быть готовым ментально. То есть твоя система готовит к этой части. Смотри, система... В том числе. Да, система, любая система, то есть ему надо не только ментально, ему нужно пройти 7 навыков. Его нужно усовершенствовать 7 навыков на каждой части. Первая часть – ментальная подготовка, вторая часть – продукт, третья часть – маркетинг, привлечение лидов, четвертая – продажа, пятая – это хитрая схема, по которой он как бы дорогой продукт сделает, шестое – это команда, и седьмое – это известность. И вот ему, чтобы идти на следующий уровень, нужно прокачать либо все по чуть-чуть, либо в одной сделать гипер какой-то рывок. Вот. В зависимости от того, как он хочет либо всему по чуть-чуть обучиться, немножечко добавить себе, либо гиперрывок в какой-то теме, он может это сделать, выбрать осознанно. Чтобы сделать гиперрывок, он может не сам не учиться, он может партнера просто взять. И он понимает, так, у меня, кажется, нет продукта, которых хотят люди, а людей у меня много. Что надо делать? Надо брать партнера, отдавать им 50%, они вдвоем будут работать гораздо эффективнее, потому что у этого есть лиды, а у того есть продукт. И тебе ты можешь это завтра сделать. Он этого не понимает и не видит. Он думает, что ему надо больше работать. А я показываю, что, дружище, у тебя, кажется, все готово. Вот давай я тебя сведу с этим человеком, или, ну, ты сам с ним познакомься. Соединитесь, и у вас бизнес там удестерится, потому что вы будете вдвоем. У вас пазла не хватает. А я на это даже не смотрел. Либо у него проблемы с партнерами. Допустим, у меня были проблемы с партнерами, я не понимал, как в партнерстве работать. Я просто эту тему выучил, изучил. Теперь в партнерстве я делаю отличные запуски. То есть смотри, получается, что независимо до какого уровня ты уже дошел, у тебя явно для того, чтобы подняться на следующий, что-то, возможно, проседает все, возможно, все у тебя на нормальном уровне, но на нормальном уровне для определенного чека. Если ты хочешь больше, ты должен сначала понять, какая из этих 7 ступеней у тебя хромает и в какую надо делать упор. Да, правильно? Все верно. Да, потому что уровень, мы исходим из аксиомы, что уровень тебе не повезло, ты с кем-то знаком, хотя это тоже может быть, а исходя из твоих навыков, чтобы ты системно делал эти результаты, не один раз куш сорвал там в 1 000 000, а делаешь там 1 000 000, ну, каждый месяц в течение там полугода. Это уже значит система, это значит, что у тебя твои навыки именно на этом уровне, ты застопорился, ну, застолбился. То есть оно как бы одно к этому идет, да. Хорошо, а каким образом работает, как это работает, да, грубо говоря, вот я пришла,
Как я не понимаю, мне кажется, что у меня все окей. Как мне понять, почему из-за какого пазлика я не могу продвинуться дальше? Там есть вопросничек, уже ситуации готовы. Знаешь, как тесты проходишь там психологически. Там представь, что у тебя там такая ситуация. Ну и также тебя спрашивают, слушай, а что у тебя вот по пониманию вообще, как прийти к 10 миллионам? Ты говоришь, я вообще не понимаю, как к 10 прийти. А насколько понимаешь? Понимаю там на миллион. Отлично. Ну как бы есть примерно понимание, что я туда могу прийти. Все, ты себя записываешь, у тебя мышление на миллион, ну к примеру. Или там на 30. Следующий тебя спрашивает, слушай, а у тебя продукт какой? Сколько твой продукт стоит? Ты говоришь, мой продукт стоит, у меня курс стоит 50 тысяч. Я говорю, окей, записывай 50 тысяч. Другой ответит, у меня миллион стоит. Ну, то есть, понятно, да? Ты, отвечая на то, что у тебя сейчас есть по факту, если ты не обманываешь, как любой тест ты проходишь, он почему работает? Потому что если ты не обманываешь, тебя правильно протипируют. Соответственно, если ты сама с собой да, по данным, и там у тебя подсказочки появляются, что у тебя там есть конкретно. Есть у тебя отдел продаж или нет? Например, если нет, то там у тебя 2 балла. Если есть, допустим, 7. Потом смотрится среднее арифметическое, и с точностью там получается до 10-20% тебе система выдает, сколько у тебя сейчас денег конкретно. Ты такая, блин, как такая она знает? Ты сама заполнила. Дальше, сколько хочешь, введи в ячейку. Ты вводишь ячейку сколько хочешь, и дальше ты видишь, ты еще заранее проходишь тему такую, как проф, ну типа не профориентация, а свои личные качества, что у тебя есть. Ну, у кого-то системность, у кого-то там общение личное, у кого-то продажи, у кого-то партнерство, ну, разные вещи. И она тебе говорит, у тебя, кажется, продажа прокачана и личное общение. Значит, тебе надо пиар тащить, а систему тебе не надо трогать. На систему тебе надо взять сотрудника, либо не трогать его вообще. У тебя ты за счет пиара и за счет продукта только выстрелит. Ты качаешь продукт, делаешь дорогой продукт, делаешь пиар, все, ты становишься самым главным инфо-цыганом. И все, и ты 10 миллионов зарабатываешь. Смотри, у меня 2 вопроса тут же возникло. Давай в продолжение вот этого сначала задам вопрос. Окей, система сказала, у меня хромает вот это, мне надо делать вот это, а делать как? Ну, как делать? Как делать, да. Самое же главное это действие. Да, у меня, кроме системы 7 на 7, есть такое тоже название, странное, но я специально так назвал, называется формула счастья. Что такое формула счастья? Это вот не эзотерика, а именно конкретно основано на исследованиях, что есть реальные цифры, которые ты подставляешь, если ты правильно себя классифицировала и правильно себе путь назначила, то у тебя есть реальная формула, по которой ты дойдешь до своего идеального состояния через свое дело. За счет того, что ты делаешь его правильно, в соответствии со своими талантами, в соответствии с той формой занятости, которую ты хочешь, большая компания, либо персонально, и в соответствии с тем, за сколько ты это хочешь делать там по времени. Ну, то есть ты выявляешь, что ты хочешь, и дальше ты строишь план, как это делать. Это как бы ну, достаточно тоже понятная история. Любые там программы коучинговые, в принципе, об этом говорят. Поставь цель, разбери план, выучи, что тебе нужно, и двигайся там к цели. Тебе нужен, скорее всего, мотивация, чтобы ты не слился, и трекер. Ну, то есть ты это понимаешь, у тебя это есть. А будешь двигаться или не будешь, но это уже от тебя зависит. Хорошо, но а если, смотри, давай предположим так, что есть кто-то, кто не дошел еще до уровня осознания своих желаний, да, мотивации и так далее, они не видят большой ценности в этом, они говорят, дай мне инструмент, то есть дай мне какой-то реальный осязаемый инструмент, например, там у меня хромает отдел продаж, дай мне инструмент, я пытался его создавать, мне не получается, как в таком случае быть? Ну, а это есть, на это есть у тебя либо курсы, вот я планирую сделать в нашей системе, как я это делаю, но я не претендую на то, что вот то, как я говорю, это истина последней инстанции. Мы приглашаем партнеров, кто умеет уже, не только знает, я теоретически знаю, как строить отдел продаж, а есть люди, которые строили их 100 штук. Соответственно, мы говорим, вот там, например, вот этот человек, скорее всего, у него есть система, если он 100 штук построил, там все успешные, скорее всего, он тебе тоже поможет. Твоя же задача именно выявить, что у тебя не работает, и пойти понять, что мне нужен для роста на миллион отдел продаж. Все, идешь к этому человеку. Тому человеку нам нужно тоже договориться, чтобы он был нашим партнером, что он ведет человека по этой теме, не путает его ну, в формате, ну, как бы он в общей логике, а отдает ему только инструмент. Условно, голову не промывает, а только инструмент дает. Все, все довольны. Смотри, я правильно понимаю, что получается твоя система, она как бы ничего не продает. Она заставляет человека понять, и захотеть, да, самому, грубо говоря, то, что ты предлагаешь. Ну... Система, да, система продает человеку его именно путь к счастью. А 7 на 7 – это технология инструментальная, чтобы он понял, какие инструменты ему нужно выучить для того, чтобы применить. То есть вот формула счастья дает понимание именно, что его, ему выстрелит. Вот. И еще там есть одна такая интересная механика, то, что
когда ты заполняешь таблицу, он тебе показывает, что твой путь, допустим, к миллиону, чтобы ты пришел, тебе нужно, допустим, там 20 месяцев. Почему 20 месяцев? Потому что каждый навык – это мини-ячейка, то есть ну, 21 день, ну, 30 дней мы берем с запасом выявления. И там еще есть коэффициент такой, который мы выявляем, в зависимости от твоей психологической подготовки и от инструментов, которые у тебя есть, ну, как бы, которые уже есть. И там есть коэффициент, так называемый, который тебе, ну, негативный коэффициент, или наоборот, коэффициент успеха, можем так назвать. И если он там у тебя единица, у тебя проработаны все установки, ты нормально мыслишь, ты оптимист, нормально там разговариваешь, и все хорошо, короче, с тобой, то у тебя будет единица. Если ты там грустный, угрюмый, у тебя энергия низкая, ты там тревожный, у тебя коэффициент будет 0,5. Соответственно, ну, там, например, соответственно, ты понимаешь, что у тебя займет там не, давай так, не 3 месяца для достижения этой цели, а 6. Почему 6? Потому что у тебя коэффициент низкий. И чтобы, допустим, ну, надо выучить, допустим, только отдел продаж, но за 6 месяцев, потому что тебе будет тяжело. И система тебе еще подсказывает, смотри, ты можешь за 1 месяц подтянуть свое энергетическое состояние, и того у тебя будет 3 плюс 1, 4 месяца вместо 6. То есть он показывает, как ты можешь ускориться за счет своего внутреннего состояния инструментов. Вот это тоже прикольно. И тогда ты идешь к психологу, работаешь с психологом с каким-то над улыбчивостью и радостью жизни, и потом приходишь с радостью жизни в таком состоянии, делаешь результат быстрее. То есть это вот я с того, чего я начала первый вопрос. Получается, что надо понять, что недостаточно инструментария, недостаточно людей, продукта. Вот этот рост, он в том числе зависит от твоего внутреннего состояния, энергии, которую необходимо качать, так скажем. Да, и то, то есть это и психология, и бизнес-инструменты. У тебя должна быть психология на уровне, но если ты там супер заводной, классный, гигей, ребята, таких, наверное, знаешь много. Ну типа, а что конкретно делать? Непонятно, верьте в себя. Но это нужно. Вот. И другие такие супер замороченные, такие вот там таблички, там Excel, все, все дела. Ни то, ни то по отдельности не работает. У тебя и то желательно должно быть, и то. Вот таблички мы даем, а вот настроение как поднять, человек должен сам с собой поработать. То есть у меня и так поднято, потому что я понимаю, я делаю дело классное, у меня уже это есть. Он может поднять настроение, понимая, что он идет каждый день к своему результату, идеальному картине жизни. Вот эта формула счастья, она это решает. Либо, если у него где-то проблема, что он в это не верит, он идет к коучу там и сам с ним работает. Ну, то есть это профессионалы должны с ним работать. Это же нормальная тема, поднять человека как бы... Энергию. Ну да, да. Смотри, мы с тобой еще начали сразу говорить, затронули первый чек 300 тысяч, да, а если мы говорим про людей, например, у которых доход там 50 тысяч, да, и они понимают внутренне уже давно, кажется, выросли из этой суммы, но не могут там ее перепрыгнуть. Или вообще, в принципе, допустим, человек поменял сферу деятельности, перешел в другую, есть у него какое-то там начало, но сделать шаг первый у него не получается. Система адаптирована под таких людей? Да, конечно. Ты берешь этот уровень и понимаешь, какие у них проблемы. Вот первый случай – это проблема, когда человек все знает, все умеет, но чаще всего у него будут проблемы в самооценке и в страхе делать новые действия. Соответственно, это больше всего психология работает, и, ну, которая позволит ему самооценку поднять, оценить свою работу, научиться пойти к работодателю и сказать, что теперь я буду на результат работать, ответственность на себя взять, ну, такие вещи. Вот это он должен понимать. И чтобы это сделать, чаще всего самому ему сложно, ему нужен тоже какой-то психолог, помощник. А что касается инструментария, ну, для них, чаще всего это просто сделать нормальную упаковку. Не надо там супер классную, просто понятную, чем ты занимаешься. Не все подряд, а вот просто конкретизирую. И этого будет достаточно для того, чтобы выйти на 150 тысяч. Но людям это тяжело сделать самим, ну, по моему опыту. То есть вот они могут год хотеть это делать, но не делать. У меня клуб просто есть на этот уровень, и вот там прям, ну, как бы единица получается. Даже если вот все говоришь, ну, вот прям пока ты его не возьмешь, а денег у него нету, чтобы заплатить, и он не готов платить профессионалам, которые его заставят это сделать. Поэтому это уровень очень опасный. А если говорить вот вообще про уровни, какой больше всего вот вокруг тебя, так скажем, ну, я знаю такую теорию о том, что на каком, вокруг, какие вокруг тебя люди такой, к такому уровню тянешься и ты, но если говорить именно про твое наставничество, какой сегмент самый часто повторяющийся, там, 300 тысяч, 500, миллион, я имею в виду людей, которые хотят шагнуть выше? У меня 100-300. Я беру людей 100-300 и миллион 2. То есть это люди с определенным психотипом, которые, они уже готовы, они понимают эти деньги, но не понимают, что делать. Потому что по одной простой причине у них клиенты эконом получаются. У них отличные навыки, у них огромный опыт, но они берут эконом клиента. Вот, чтобы им тянуть супер высоко, им надо просто клиентов сменить и взять мои бизнес-технологии. То есть это могут быть психологи,
я им даю бизнес-инструменты, либо могут быть маркетологи, я им даю психологию, разрешаю им просто, говорю, слушай, ну вот у меня клиент, он берет чек 200. Я говорю, почему ты 200 берешь? Ты же делаешь ему автоворонку. Он говорит, ну, а почему больше? Я говорю, бери миллион. Почему миллион? Как? Я говорю, ну, автоворонка принесет ему денег, клиенту? Принесет. Так ты построй ему схему, которая принесет ему 2-3 миллиона и продай за миллион. Он говорит, точно. И он идет и через 2 часа продает. Говорит, блин. Гениально. Это гения, да, это 2 часа с человеком работать. Вот. То есть он сам мог это делать, он не мог это делать. Он мог, но не мог. Угу. Хорошо, а если говорить, например, про порог миллион, да, люди, которые уперлись в миллион, сделали, уже повторили этот результат несколько раз, но дальше никак. Вот у меня был такой случай месяц назад, я не понимал, как на 10 выйти, то есть я знаешь, как таблица Менделеева, я выписал, что десятка есть где-то там, но я не понимал, как до нее дойти, вообще не понимал. У меня было 1, 3, это нормально, то есть вот с 1 до 3 было стабильно много-много-много лет. Но дальше я не мог, думаю, блин, как же делать? Думаю, так, что там моя система говорит? И сам думаю, блин, ну система же говорит, надо работать с первыми бизнес-инструментами, с этим вроде все понятно. Я даже сам, я помогал другим людям зарабатывать такие деньги. 7,5 миллионов там у меня клиент заработал там за запуск. Говорю, блин, почему у меня не получается? Говорю, второй момент, значит, психология. Я такой, так, где наши психологи? Я ко всем, я человек, наверное, 5-7, вообще за месяц я всех достал. И говорю, ребята, что делать? Вот, нашел в себе, что надо было проработать, и у меня получилось за 14 дней 14 миллионов. Вуаля. А если не секрет, что это было? Или слишком лично? Давай так. Это, то есть, это супер очевидно, очень очевидно. Вот. Настолько, что если прям сказать, это будет казаться, да ладно, так не бывает. Короче, это индивидуальная история. Ну, я, возможно, поняла, но не буду говорить потом. Да, хорошо. Я поняла. Смотри, у меня, в принципе, все. Мне очень интересно то, что ты рассказывал. Я скажу по секрету, что я на самом деле понимаю все, о чем ты говоришь, да, я тоже там работаю с психологом и так далее, в том числе и помимо, так скажем, хард-скиллов, да, прорабатываю еще и внутреннее свое состояние, но это что-то новенькое, и именно такого в том числе в нашей сфере там в бизнесе я не видела. Я думаю, что было бы очень круто, если бы мы это как-то интегрировали и получили что-то очень крутое и для нас, и для наших клиентов, и для тебя крутые результаты. Спасибо огромное, спасибо за твою открытость и энергию, от тебя, несмотря на то, что мы огромном расстоянии, энергия прям сыпется. Круто. Супер. Над этим мы будем работать. Все, спасибо. Да, всем зрителям, в общем, растите, смотрите, чтобы ваши какие-то состояния не мешали вам расти в доходах. И если на доходах вы остановились на какой-то планке, то, скорее всего, надо обратить внимание не на инструменты или не только, а на состояние тоже. В общем, одно без другого не работает. Это когда бизнес-технологии работают с психологией в тандеме. Супер, спасибо огромное.